здороваются и рисуют в воздухе сердечки. Пермские роботы встречают гостей Восточного экономического форума, который открылся 2 сентября во Владивостоке. Компания-резидент Сколково «Промобот» представила на масштабном мероприятии своего андроида с подвижными руками и человеческой мимикой. Гости форума уже публикуют в соцсетях видео с первой встречи с роботом. А еще раз покажи сердечко. Без проблем. Робота зовут RoboSee. Главное отличие этой модели от прошлых – то, что руки могут двигаться, делать жесты, здороваться. Разработчики рассказали, что в каждой руке андроида по 8 двигателей. Робот может поднимать руками предметы весом до 2 килограммов. Может указать направление, пожать руку собеседника. В перспективе научится писать на различных языках и рисовать. Ранее модели роботов компании уже могли двигать глазами, бровями, губами, а также поддерживать разговор. 19 таких машин работают в МФЦ Москвы и Перми, а также в медицинских вузах и музеях.